куда мы все бежим, под потоки машин. Думал молодой, взрывая пока наши. Время нам дано, чтоб работать, прожить. Нет, время нам дано, чтобы творить. И молодой стал рисовать картины, как людей жрают системные паутины. И они как едины, их закалили стрессом, пока их начальники машут денежным прессом. Нечестно, скажите вы, но художник знает, что дальше скажут его холсты. А там его молодая дама отдается жирному папику за пол ляма. Дошмара, но она уже в прошлом. Молодому творцу смотреть на нее тошно, и впредь он будет очень осторожен. Ведь любовь может быть злой, ведь любовь может быть только ночью. И он проснулся, умылся, все понял и трижды улыбнулся. Yeah. Этот сон направил его в нужное русло. Открывать людям глаза — это искусство. И куда мы все бежим? Под потоки машин, делая, что не хотим, а? И куда мы все бежим? Под потоки машин, делая, что не хотим, брат. Палитра красок неизменно многочарного, местами беспросветно. Малой рисует жизнью на холсте, мечта несбыточно заветна. Убежать не ведью, не из этих серых стен. Он словно самый лютый мастер во всем мире, подходит так уверенно к картине. И не то шесть, ни на миг рисует, то безмолвие, то крик, то штиль спокойствия, то шторм интриг. Рисует судьбы человеческих грехов, еще не зная то, что мир таков, и что-то ты терпим таким, как он. Пардон, здесь только грубый, грубый, грубый тон. И словно каждый третий человек второго клон, толкаются друг с другом кисти в краске, и для страстки разукрасят людям маски. Палитра красок неизменна, местами беспросветна, мечта несбыточно заветна. Малой рисует так конкретно, он просыпается к утру и два к рассвету. Искренне рад тому, насколько светит лучик света. На все вопросы не найти ответов ни нам, ни ему. В этих картинах, как в куплетах, вся жизнь на его, а? И куда мы все бежим? Под потоки машин, делая, что не хотим, а? И куда мы все бежим? Под потоки машин, делая, что не хотим, а?